Так, сегодня тестирую панель, сенсорную панель SP310. Вот с такой панелью я еще не работал. Тут, не знаю, может быть, не очень хорошо видно. Возможно, отсвечивает. Да, вот мое лицо уже отсвечивает, в панели вижу. Не знаю, как бы мне присесть, чтобы не сильно фигурировать и не мешать. Так, ну, программа пока что тестовая, то есть она еще, ну, прототип, так скажем, никаких еще там полезных функций не выполняет. Так, заставка. Ну, здесь еще защитная пленка, но несмотря на это, сенсор довольно-таки нормальный. Цветопередача тоже неплохая. Панели Avent попроще, которые были. Я сейчас не помню точно марку. Там, конечно, было намного хуже качество, и сенсор был такой похуже. Вот здесь уже поинтереснее. То есть, ну, чуть-чуть посильнее надо нажимать, конечно. Может быть, это из-за пленки, может быть, специально так сделано, но суть в том, что все работает. То есть примерно так вот будет выглядеть моя программа. Тут, конечно, еще тестировочные такие режимы. Вот примерно так это все будет работать. Дальше начинаем сушку. Ну и здесь либо пуск. Конечно, если я сейчас нажму пуск, то ничего не заработает. Толку от этого не будет никакого. Здесь вот можно на такой экран выйти. Здесь можно будет ввести некоторые параметры. Но я так и просто хотел рассказать о самой панели. Ну, лично мне панель понравилась. По-моему, очень даже неплохая, по крайней мере, те импортные аналоги, которые я видел. Ну, я их не так много тестировал, в частности Siemens. Ну, они ничем не лучше. Вот, реально ничем не лучше. Это очень крутая штука. Вот, если вы занимаетесь автоматизацией, то рекомендую вам к ней присмотреться. Ну, все, наверное, пока.